36-й беседе на Евангелие от Иоанна призывает нас к тому, чтобы мы презирали настоящие блага. Христос любит нас не для своей пользы, потому что ни в чем не нуждается, а мы будем любить, хотя и из-за своей выгоды. Он возлюбил врагов, а мы станем любить, хотя и друга. Но мы поступаем напротив. Мы ежедневно хулим Бога хищением и любостяжанием. Этот недуг объял всю вселенную, обладает душами всех и поистине великая сила мамоны. Мы искуплены Христом, а служим золоту. Проповедуем владычество одного, а покоряемся другому. И что бы Он ни приказал, исполняем с усердием и забываем для Него и родство, и дружбу, и природу, и законы, и все. Никто не обращает взоров на небо, никто не помышляет о будущем. Но настанет время, когда не будет пользы и от этих слов. «Во гробе, — говорит Писание, — кто будет славить тебя?» 6 Псалом, 6 стих. Вожделенно золото. Оно доставляет нам много наслаждений и придает почет, но не столько, сколько небо. Богача многие отвращаются и ненавидят, а человека добродетельного уважают и почитают. Но над бедным, скажешь, смеются, хотя бы он был и добродетелен. Смеются, но не люди, а бессловесные. Почему и не нужно обращать на то внимание? Ведь если бы мычали ослы и кричали вороны, и все люди мудрые хвалили бы, мы, конечно, не пренебрегали бы мнением последних и не стали бы обращать внимание на крики бессловесных. А те, которые высоко ценят предметы настоящие, подобны воронам и хуже ослов. Если бы тебя хвалил царь земной, ты, верно, нисколько не заботился бы о мнении толпы, хотя бы и все смеялись над тобой. Ужели же, когда тебя хвалит владыка всех, ты будешь искать еще и похвалы от жуков и комаров? А таковы действительно эти люди в сравнении с Богом, и даже не таковы, а и хуже. Доколе же мы будем присмыкаться в грязи? Доколе будем поставлять для себя судьями беспечных ленивцев и чревоугодников? Они могут хорошо оценивать игроков в кости, пьяниц и живущих для чрева. А добродетели и порока они не могут вообразить себе и во сне. Если бы кто стал смеяться над тобою, потому что не знаешь, как провести каналы для стока воды, ты без сомнения не оскорбился бы, а напротив, даже посмеялся бы над тем, кто тебя укоряет в таком незнании. Зачем же, желая подвязаться в добродетели, поставляешь для себя судьями людей, которые совсем не знают ее? Потому-то мы никогда не успеем в этом искусстве. Мы веряем свое дело не людям опытным, а невеждам. А они судят не так, как требует искусство, а по собственному невежеству. Посему, умоляю вас, будем презирать мнение толпы, особенно же не станем желать ни имения, ни богатства, и не будем считать бедность за какое-либо зло. Бедность научает нас и мудрости, и терпению, и всякому любомудрию. Ведь и Лазарь жил в бедности, однако ж был увенчан. И Яков желал иметь только хлеб, и Иосиф находился в крайней бедности и был не только рабом, но и узником. И однако ж поэтому мы еще более удивляемся ему. Мы не столько восхваляем его в том случае, когда он раздавал пшеницу, сколько в том, когда, находясь в темнице. Не столько тогда, когда имел царский венец, сколько тогда, когда был в оковах. Не тогда, когда восседал на троне, а когда подвергался козням и был продан. Итак, представляя себе все это и помышляя о венцах, сплетавшихся этими подвигами, будем удивляться не богатству и почестям, не удовольствиями владычеству, а бедности, оковам, узам и терпению ради добродетели.
Конец первых исполнен смятения и беспокойства, и обладание ими соединено с настоящую только жизнью, а плод последних – небо и небесное благо, которых не видел глаз и не слышало ухо, и которых досподобимся все мы по благодати и человеколюбию Господа нашего Иисуса Христа, которому слава, честь и поклонение ныне и присно и во веки веков. Аминь.